Привет, дорогие зрители, с вами Лони. Я сегодня с новой камерой, тестирую ее, тут сижу. Очень тяжело на нее записать, потому что я не вижу на ней себя. Я вижу конкретно камеру, и я просто надеюсь, что все хорошо. Я просто буду надеяться, что все хорошо. Значит так, я художник, и я хочу попасть на арт-маркет. Я, в принципе, хотела бы время от времени появляться на арт-маркетах, продавать свою мерчугу, но пока что меня не берут. Очень грустно, очень обидно, но... Ладно, окей, допустим. Но тем не менее я готовлюсь. И сегодня я хочу... Сегодня я купила себе... вот эти самые сетки, клетки, на которые обычно вывешивают мерч свой, другие художники, да. Сходила, забрала вот сегодня посылку, забрала с собой рюкзак. В итоге мне не понадобился, потому что эти оказались совсем большие. Нафига рюкзак брала? Он такой огромный, мне в рюкзак не влезет. На тяжелый, кстати, его... В рюкзаке, конечно, было бы удобнее нести. Также на обратном пути я заскочила, взяла себе кофе, что затруднило мой путь до дома, а точнее, мою возможность попасть домой, потому что обе мои руки были заняты. Мне повезло, что кто-то выходил из подъезда в этот момент и помог. Я, типа, помогите, пожалуйста, подержите дверь. Уж в подъезд я, ладно, ой, в квартиру уж я, ладно, сама зайду. Помогите, плес, в подъезд попасть. Ну, ладно. Вау, она огромная, она тяжелая, конечно. Ой, погнали распаковать. Пока что я ее просто раскрою, потом переселимся на пол, и там я буду прям это дело все собирать, вешать на нее все вот это свое богатство. Посмотрим, как это будет выглядеть. У меня нет никакого плана о том, как я хочу что развешивать. В плане, где что я бы хотела, чтобы у меня было, но будем пробовать разные варианты, будем что-то как-то экспериментировать, я не знаю, я все еще надеюсь, что с камерой все будет окей. Ёлки. Ух, нифига, здесь даже молоточек есть. Оно белое, уже хорошо, я именно белый заказывала. Блин, тут... Всего. Ох, не... А, я понял. Здесь есть даже вот йента. Такие маленькие, такие вот эти. И вот это. Не то чтобы я кого-то из художников прежде прям подробно расспрашивала про вот это дело, но про вот этот молоточек мне точно еще никто не упоминал. И я одну достану, чисто чтобы те, кто не понял, сейчас понял, о чем я говорю. О! Первоначально эти штуки известны как клетки для животных. Но вот люди, катающиеся на маркеты, это вот художники, хендмейкеры всякие, они вот их используют для своих штук, для своих макетов, для своих маркетов. Вот они такие вот красавчики додумались и сделали, да. Так, ладно, я думаю, мы готовы переселяться на пол. Мне все вот это вот сейчас, что у меня здесь, надо будет перенести на пол, чтобы все это записать на полу и попробовать собрать. Вот веселуха-то у меня, конечно. Впервые так далеко от микрофона буду работать. Ой, но посмотрим, что будет, как все получится. Так, ну... Вроде как... Вот так, может быть, макушка у меня там чуток обрезана. Сори. Но я думаю, вот это вот мне не понадобится. Потому что я планирую эту штуку разбирать и собирать много раз. Это, наверное, для вот этих вот буйных животных, которых вообще ничего не останавливает. И им надо эту клетку скреплять вообще вот... Жгуты, я не помню, называется. Не помню. Подожди, я ж могу тебя... О! Мне кажется, так лучше будет, чтобы волосы мои не слушали, а то расскажут вам там всякого. Так, вот они, самые главные, самые основные части. Ой, там даже инструкция есть. Ну и что тут? А, это называется крепеж-стяж. Вот это. Крепеж-стяжка. Варианты сборки, мне ни один из них тут не нужен. Ну, в принципе, как бы по ним самим все понятно. Да, как я говорила, это клетки для животных. Они вот такие вот. Вроде как это все, здесь больше ничего нету. Здесь только вот это вот. Вот это вот.
прикинь. Но это мне потом. Так, что делаем-то? Собираем. Как я хочу, чтобы она у меня выглядела? Я даже без понятия. Я без понятия, что я хочу. Я могу это снять? Мне это пока не надо. Я реально без понятия, что я хочу. Не знаю, будем думать. Я также заказала скатерть. Она будет такая сиреневая. Но она мне еще не пришла. Да и, в принципе, вот эти сетки, это основная часть. Да. Так, наверное, я хочу себе одну такую коробкообразную стойку, чтобы и на ней держалось все, и на нее я могла также повесить свои пины и значки. Тут, в принципе, без молоточка все окей. Нафига, как бы... А слушайте, а как вот... А вот так? Капец, я мегамозг. Я думала, как их, типа, друг на друга наверх поставить? А потом я, в смысле, как? Да? Подожди. Ну, типа, а верхнюю как? А как? Чего? А, ну да, ну вот, тут показано, ее надо боком. А боком как? Окей. Капец, она что, я ее как-то себе меньше представляла. Как? Чего? А, или типа... Типа, подожди. Вот так, и вот их вот... Я как бы... Ой. Я как бы человечек умный, но порой все-таки не всегда. Ей некуда. Ну, в смысле, есть куда, но типа некуда. Окей, я явно туплю. Я вообще не втупляю. Лони, тебе есть у кого спросить? Ты знакома с художниками, которые катались на такие мероприятия? Не хочу никого спрашивать, буду делать все сама. Ха-ха-ха. Это реально вот так вот? Ну, блин, охота, чтобы они тоже были соединены. Ну, типа, я могу вот эту положить. И вот здесь вот их скрепить. Да. Ну вот, опять проблема с угловыми, которые я не понимаю, как. Чувствую себя немножечко дум-дум. А, и вот этим... О, ой, ну тут пока нету. Но... И вот это я могу. Могу? Могу. Могу, 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 могу. О! Я сам. Что я сам? В самом деле, есть, наверное, смысл также, в принципе, вешать мерч свой не на нижнюю вот эту полку, а вот сюда, типа, повыше, чтобы... Ну, типа, эта штука будет стоять на столе, и чтобы это было на уровне глаз, потому что там маркетинг, и, типа, вещи на уровне глаз покупаются лучше, потому что ты их видишь лучше. А как я вот там это сделаю? Типа, я хочу еще одну вот сюда поставить. Но тут вот это. Вообще? Может, я эту смогу тогда так же? Мне кажется, может, надо тогда, чтобы они... Ой! Как? А, вот так вот. Ну да, там не совсем так же. Ну. Как-то так. Вот так, наверное. Да, так же. О, вон видали, я уже на ходу вообще сматываю, схватываю. Так. И что дальше? Тут ли делать ее выше? Типа она на столе будет. Плюс тут еще выше вот это. Возможно, мне стоит попробовать разместить сюда все, что у меня пока что есть. И посмотреть, как это будет выглядеть. И оттуда уже смотреть, что куда мне стоит добавить. Я знаю, что я сейчас... Не планирую занимать весь стол на вот маркеты, на которые я собираюсь поехать. Я планирую занимать пол стола. И, возможно, вот так вот дальше, да, я идти пока не смогу.
Поэтому, наверное, видимо, смысл только наверх. Наверное, да, давайте пою... Да. Пока я пойду наверх. А вам уж... А, в принципе, вам не видно. Чё, давайте я вас подниму чуть-чуть. Бра, на камере память кончилась. Чего? Вот это юмор. Так, чё, мы решили второй этаж сделать. На это я хотя бы себя вижу. У-ху! Я вижу, что происходит. Почти. Да. О, тихо. Допустим. И давайте попробуем пока развесить все, что у меня есть. Вот оно. Все мое богатство на данный момент. Визитки мои переделать, потому что я лох такой, я не могу. Сейчас у вас есть право будет поржать надо мной. Кто увидит? Ну, блин, фокусируйся. Она не фокусируется, ну какого фига? Это, если что, QR-код моего паблика. Вот фон задний микрофон, она выглядит у меня шикарно. А то, что вот прямо перед ней, она не ходит. Ладно, короче, я написала здесь не фанарты, а фарарты. Сука, фарарты! Какие на фарарты? Я не могу. Это дерьмо, да, надо будет переделать. У меня есть несколько скрепок, парочка зажимов. Что, мне кажется, скрепок мне не хватит. Но посмотрим. Так, основное, что я хочу развесить, ента свои стикеры. Да, потому что в основном со стикеров весь мерч и начинался. Я их храню вот в этой блочке. Я еще даже не вскрывала эти скрепки. Зажимы, что это? Что это? Что вы такое? Что вы? Прищепки. О. У них, кстати, есть здесь еще вот такая вот ниточка, веревочка. Могу тут вдоль да поперек тоже что-нибудь навешать. Ну, а в принципе, одна вот такая открытка занимает вот одну вторую от этого места. То есть я могу сюда вот их по две штуки наклеить. Я повесила две свои штуки, а мне уже что-то так хорошо. Черт. Я просто повесила их сюда, мне уже это нравится, у меня уже... Ох, ах, их. Давайте я, подожди, вот его вот так чуток разверну, чтобы, да, вы могли вот эту сторону тоже так видеть как-нибудь. А, блин, я не знаю, как я все это буду сюда помещать, если честно. Что-то мне казалось, у меня мало всего. А вот сейчас я начинаю развешивать, понимаю, что дофига как-то всего. Как красиво, сущай. Самое такое сложное, что, ну, конкретно для меня в создании стикерпаков, это именно придумать им дизайн, позу. Ну, не дизайн, это именно в какой позе они будут стоять. И да, вот это на данный момент для меня является самым сложным в создании стикерпаков с конкретными персонажами. Как давно у меня, интересно, камера не работает? Да, в отличие от другой камеры, та хотя бы делает звук, когда перестает работать. Это просто молча перестает работать и все. Вот что у меня пока тут получается. Я не знаю, как давно камера не работала. Но сейчас она работает. И вы видите, что у меня тут. Блин, как же классно. Я не могу, как же классно. Почему меня никуда не берут? Я не знаю. И серьезно, я не знаю, почему. А, все мое... Dream SMP-шная неплохо так вот в два ряда получилось. Ну, неплохо, я считаю. Вот. Сюда могут пойти как раз открытки. Мне нужна какая-нибудь ткань. Где мой платок? Классный платок. Сомневаюсь, что я буду его использовать, хотя, знаете, в принципе, блин, он такой классный, он такой красивый, господи, я не могу. О, не падайте, пожалуйста. Ну, это максимум, как я могу опустить. Сейчас попробую хотя бы, можно еще на эту сторону, тут он вообще класс. Надо его погладить. Знаете, да, я пока... Неплохо они перевешивают. По крайней мере, значки. Значки перевешивают, значки плохо. Что насчет пинов? Вот, например, вот таких вот квадратных. Вот. Почему ты не фокусируешься? Я пробовала даже нажимать. Она не нажимается, но не фокусируется. Не, да, пины тоже перевешивают. И в итоге они не вот так вот. Не вот так красиво выглядят, чтобы их можно было разглядеть. А они смотрят вниз. И это не очень. Кстати, да, вот эти вот квадратные пины. Они у меня новые. Тут вот... Помните, я делала челлендж, где рисовала Dream SMP персонажей, как Готов, Эмма, прочих. Я из них решила сделать вот такие вот квадратные классные пины.
И я думаю, совсем скоро я покажу их в паблике, потому что я уже даже сделала Google таблицу, чтобы вы могли их легко заказать. Все, в ход идут маленькие скрепочки, их тоже совсем мало. Короче, да, задание будет докупить еще скрепок. Понял, принял, обработал. Они вообще выдержат вот эти крошечные вот эти скрепочки? Смотрите, смотрите, какие они маленькие. Они все милеписенькие. Утю-тю-тю-тю. Блин, даже открыть их тяжело, они просто из рук выскальзывают. Я реально не открыть их не могу, йоу. Камон. Ну, в принципе, держится. Я вот так хочу сделать. Но там надо будет уже с веревкой мучиться. Пока что, по крайней мере, я не хочу с ней мучиться. Дай мне еще скрепок. Ой! О! Нифига себе, гимнаст. Он тут реально, да, окей, окей, маленькие скрепочки, может быть, и маленькие утю-тю и все такое, но у них есть эль-проблему. Да, они плохо управляются, так сказать. Не, они аж вот так вот там расходятся. Как бы это поправимо, но очень неудобно. Окей, урок выучен. Не покупать маленькие скрепочки. У меня, кстати, на какие-то из квадратных вот этих пинов попались блестки, поэтому какие-то из них более фэнси, чем другие. Поэтому, да, вот вам еще один, так сказать, повод купить их сейчас. Мало того, что вы мне дадите денег, чтобы заказать побольше мерча, так еще у вас будет возможность купить фэнси, блестящие вот эти квадратные пины. Забыла, как называется. Ну, кстати, они неплохо так вот тут в квадратике эти помещаются. Так, и... Вон у меня тут еще все ручная работа. Вы можете вообще представить себе это? Вон у меня своя армия вот этих вот мелких шлупсов. Таблеточки всякие разных цветов. Почему она не фокусируется? Вот это еще одна, это еще один повод мне попробовать другие какие-нибудь камеры, которые у меня есть, но я не знаю, как их установить. Вернее, как, я понимаю, мне нужен другой штатив, чтобы установить камеру побольше. Но на данный момент у меня его нет. Нормального нужного мне штатива, поэтому работаем с тем, что есть. Главное, работаем. Ну, для маленького стола, для... Ну, не маленького, а как там, пол стола, мне кажется, это вообще шикарно. Блин, это выглядит классно. И эти визиточки. Пока что вот эти, пока что вот так, пока что сюда. Сейчас я вот это хорошенько отфотаю, и в следующий раз в заявке я буду прикреплять еще и вот это фото. Я знаю, что мне нужны не фэндомные стикеры. Это вот у меня сейчас, так сказать, main priority. Подписывайтесь на мой паблик. И тем более, все, что увидите здесь, сейчас вы можете купить это у меня в паблике. Окей, не совсем все, кроме некоторых пинов. Шлите мне денежку, я смогу побольше еще сделать штук. Также у меня открыты комишки, что тоже очень сильно поможет. Блин. Я просто смотрю на это, мне уже нравится. Но мне еще охота, конечно, кучу всего сюда добавить в плане каких-нибудь огонечков, прочего, но класс. Да. Спасибо за внимание, спасибо за просмотр, пожелайте мне удачи, поддержите меня, пожалуйста, подпиской, лайком, комментарием, и на этом пока все. Спасибо, что были со мной сейчас, пытались собрать эту штуку вместе. Да, всего хорошего, всем бай-бай.